Собственно, мы помним состояние Запада того времени, полуторагодичной давности. Я вот боюсь, да почти уверен, что тот вот Запад при этом сценарии поддался бы ядерному шантажу и не был бы готов защищать не только Украину, но и страны Балтии, например. Вы же помните, вот как меня и всех нас раздражало перед началом войны в декабре, январе, чуть ли не ежедневные выступления дедушки Байдена. Вот у него была любимая фраза: «Мы будем защищать каждый инч, every inch, каждый дюйм натовской территории. Ни в коем случае никогда не выступим». Ну, слушайте, ну это же было завуалированный зеленый свет для войны за Украину. Он же подчеркивает, что он будет каждый инч натовской территории защищать. А вот не натовской территории я не берусь защищать инч, говорил как бы Байден Путина.